Привет, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов из сайта «Фокусы от моряка». Ну что же, друзья мои, сегодня у нас итоги конкурса, нашего первого конкурса в группе ВКонтакте. Напоминаю, сегодня у нас 15 октября, то есть по сегодняшний день включительно, как бы, да, продолжался наш конкурс. Друзья, прежде чем я начну выявлять победителей, хочу сказать, что мне понравилась вообще идея конкурсов ВКонтакте, в группе в нашей. Поэтому у нас теперь это будет постоянной практикой. Я думаю, ну, может быть, не три колоды, но одну какую-нибудь хорошую колоду раз в месяц мы будем разыгрывать. Это будет у нас теперь такая постоянная практика. Поэтому в следующем месяце также ожидайте. Скорее всего, у нас теперь конкурсы будут проходить с 1 по 15. Я думаю, такой формат всех устроит. Ну что ж, друзья, теперь не будем долго ждать. Я перехожу во вкладочку, значит, с нашим приложением Random. И сейчас я проверю, кто же у нас стал победителем. Итак, первым делом я, конечно же, выбираю сам наш пост, копирую его и вставляю вот сюда. Выбираю поделившиеся с друзьями, да, то есть это все те, кто репостнул нашу запись. И жму далее. Сейчас посмотрим, сколько человек у нас участвует в сегодняшнем розыгрыше. 1018 человек, с ума сойти. Так, ну что ж, ребята, желаю всем удачи. Итак, первым делом мы с вами разыграем колоду Bicycle Bros Mind. Что ж, для этого я выбираю выбрать победителя кнопку, нажимаю ее. И появляется наш победитель, это Степа Лукашевич. Напоминаю, друзья, для того, чтобы победить в этом конкурсе, надо нам состоять в группе. Поэтому я проверяю, состоит ли Степа Лукашевич в нашей группе. Так, закроем. Участники. Пишем. Степа Лукашевич. Да, Степан состоит в нашей группе. Поэтому я его поздравляю. Он у нас выигрывает Bicycle Bros Mind. Так, сейчас я себе помечу. Так. Степа Лукашевич. Брос. Майнд. Итак, друзья, это мы сотрем пока что. Так, Степа Лукашевич. Так, теперь мы с вами разыграем колоду Bicycle Zombie. Для этого аналогичные действия. Я выбираю, нажимаю выбрать победителя. И появляется победительница. Это Милана Сытник. Проверим, состоит ли Милана у нас в группе. Так, Милана, вижу, пользователь реальный, не бот, ничего. Так, Милана Сытник. Милана. Да, Милана у нас тоже состоит. Милана даже сейчас онлайн висит. Что ж, Милана, поздравляю вас. Вы выиграли колоду Bicycle Zombie. Так, сейчас я себе помечу. Милана Сытник. Bicycle Zombie. Так. Ну и кто же у нас выигрывает колоду Bicycle Street Art? Для этого я также нажимаю выбрать победителя. И это у нас Роман Лукьянов. Роман, от души вас поздравляю. Роман у нас также реальный пользователь, да. Ага. Так, проверим, состоит ли Роман у нас в группе. Роман Лукьянов. Да, Роман Лукьянов также состоит в нашей группе. Значит, я себе помечаю. Роман Лукьянов. Стрит-арт. Все, друзья. Те, кто никому не удачи сегодня не улыбнулась, ради бога, не отчаивайтесь. То есть, тут смысл участия в конкурсе был всего лишь в одном клике мышкой. Теперь мы будем такую практику проводить постоянно, то есть каждый месяц с 1 по 15 число каждого месяца в группе ВКонтакте мы будем разыгрывать одну какую-нибудь колоду карт. Одну или несколько, там будет зависеть, конечно, от ситуации. Так, ну что ж, друзья, всем спасибо, спасибо за участие, спасибо, что те, кто был со мной незнаком, вступили в группу.
Ради бога, учитесь и становитесь мастером в карточном ремесле. Ну а я с вами прощаюсь на этом. На связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк, и до встречи в следующих видео.